получила очень интересный комментарий на свое видео. Ну, типа, в такой кухне только жрать 24 на 7. А что, стесняюсь спросить, вас смущает в моей кухне? Давайте начнем смотреть сначала на свою кухню, на свою квартиру, на свой толчок, а потом уже комментировать людей и обсуждать. А еще у меня вот обои, посмотрите, какие красивые, правда? У меня нет миллионов. И у вас тоже, я думаю. В общем, к чему я это все? Что прежде чем писать говно, посмотри, что у тебя. Ну а я всех люблю, целую и жду вас в своем инстаграме.